Две сотни мамонтов в аэропорту. В Мексике строительная площадка воздушной гавани превратилась в палеонтологические раскопки. Еще в начале года здесь было обнаружено огромное кладбище древних млекопитающих. По словам ученых, 15 тысяч лет назад тут было мелкое топкое озеро, ставшее ловушкой для сотен животных. Кого-то из них, возможно, добивали и древние охотники. Эти исследования позволят нам понять, какое влияние на исчезновение мамонтов оказали климатические изменения. Или верно другое предположение о том, что в их вымирании ключевую роль сыграли люди. На территории нынешней Мексики жили так называемые колумбовые мамонты, не такие лохматые, как более известные шерстистые, и немного крупнее их. Также ученые нашли здесь верблюдов и лошадей. При этом не так давно всего в 20 километрах от будущего аэропорта были раскопаны древние ямы-ловушки, куда попадались те же мамонты. Там же нашли множество орудий, сделанных из костей этих животных. Пока что огромная площадь строительства позволяет рабочим и палеонтологам не мешать друг другу. Но аэропорт должен быть достроен в 2022 году, а значит, у ученых не так много времени.